Всем привет! Добро пожаловать на обзор Toyota Avensis 2008 года выпуска. Данный обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Сегодня нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон Carline. Стоимость данного автомобиля 540 тысяч рублей. Такие ключи. Давайте не будем терять времени и начнем. Широко открываются двери. Также они плотно закрываются. Пятиступенчатая механическая коробка передач с небольшими ходами. Задняя. Мультифункциональное рулевое колесо, управление аудиосистемой, и эта кнопка контролирует. Небольшой дисплей. Средний расход топлива. Легко поворачивать руль. Рулевое колесо кожаное. Имеет механические регулировки, регулируется как по высоте, так и по вылету, что очень удобно. Также прострочка идет в этой консоли. Давайте включим габаритные огни, противотуманные огни, аварийную сигнализацию. Все четыре стекла автоматические. Откроем капот. Повторители поворотников, диодные, встроенные зеркала. Омыватели фар. Шестнадцатидюймовые диски. Подсветка дверей, ниши для мелочевки, открывание крышки бензобака, бензомок, блокировка стекол, вставки под дерево, алюминиевые накладки на порогах, Avensis,
полностью с механическими регулировками, водительское сиденье, также и пассажирское, с выраженной боковой поддержкой. Электрорегулируемые зеркала, также они с подогревом, также они электроскладываемые. Задний обогрев стекла, стаканник, аудиосистема, 6 станций, CD, MP3. Управление аудиосистемой на руле. Весьма эффектно смотрятся деревянные ставки. Климат-контроль. Различные зоны. Прикуриватель, пепельница. Подогрев сидений. Водительского и пассажирского. С двумя нишами. Подлокотник. Как передний пассажир, так и водитель, рослые, будут себя чувствовать весьма просторно. Качество материалов отделки тоже на весьма хорошем уровне. Что мне нравится именно в этом автомобиле, в Toyota Avensis, он создает такое ощущение, что автомобиль явно на класс выше. Электростеклоподъемник. Задний ряд сидений также можно сложить. И задним пассажирам будет очень просторно. Подлокотник с подстаканниками. Задний ряд сидений достаточно комфортный.
просторный багажник, запасное колесо, инструменты и домкрат. Также с механическими регулировками и пассажирское сиденье. На этом обзор Toyota Avensis 2008 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля 540 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и до встречи в следующий раз.